Я вот так вот брожу по лесу, и меня очень хорошая идея посетила. Вот просто представьте, идешь по лесу, а сзади тебя такая самоходная установочка едет на гусеницах вездеходных, то есть пройдет везде. И там много дизель-генераторов, чтобы ток вырабатывать. И там мини-бар всякие, закусочки, полезности всякие, там фуа-гра, там икра заморская, баклажанная. Ну, в общем, это все шик-делюкс будет. И также на ней будет стоять много в ряд кабинетов 4x12. Усилители там всякие, пиви 51-50, ну там хорошо все будет. Подиум для ударки, ударник там будет стоять, ритмы высекать всякие. А ты просто вот так вот идешь по лесу, на тебе висит гитара, и ты вот просто хреначишь вот такую музыку. И, по-моему, это очень хорошая идея. Так что, если опустимся до уровня MTV Black, и бабла уже будет побольше, это будет легко воплотить. Так что надо эту идею запомнить. Будет весело.